Приветствую вас, Кристиан, выглядит все так, что для вас выражение чувств, ваших чувств в том числе, это что-то такое вот, вероятно, не очень хорошее, это что-то такое, вероятно, не очень полезное. Для вас выражение чувств это что-то такое, что, ну, вот, не очень вам, ну, нравится, не очень хорошее давало вам это плюс. То есть выглядит все так, что вы просто получили достаточно такой, ну, достаточно сильный негативный опыт от выражения своих эмоций, от выражения своих чувств когда-то. И теперь вам их выражать, вообще-то говоря, не очень, не очень-то и хочется. Вот. Ну, в данный момент времени вы видите для себя в этом скорее негатив, чем позитив. Вот. И эмоциональный интеллект у вас развит не так сильно. Вот. И прислушиваться к себе вы, грубо говоря, не так, чтобы привыкли. Это не то, чтобы прямо очень плохо, вот, это совсем не обязательно, именно что плохо, но это то, что может вам с, ну, достаточно существенно мешать, то, что может вам обеднять вашу жизнь. Вполне вероятно также, что какие-то вещи вы сознательно или бессознательно обесцениваете. То есть это может быть, это не обязательно такое вот целенаправленное что-то, да, совсем не обязательно. Но вполне может быть, что вы просто обесцениваете все чувства, как что-то вам, ну, вообще говоря, вам не нужно, как что-то, вообще говоря, лишнее, и как что-то, чего может быть, вы боитесь. Может быть, вы боитесь. Вот. Не факт, что вы на самом деле этого боитесь, но, может быть, вы этого боитесь. Вот. Что касается оскорбления, возможных оскорблений людей, вот, то здесь, конечно, есть свои нюансы, здесь есть свои моменты, да, то, как вы выстраиваете отношения с, в том числе, людьми окружающими, вот, но это требует своих корректировок. Это требует своих исследований, вот, потому что так ситуация, ну, не совсем ясна, скажем так, да, так ситуация не совсем понятна, скажем так, не совсем понятно, что именно блокирует ваше адекватное взаимодействие с другими людьми. Вот. То есть, не, ну, конечно, я думаю, что какие-то проблемы присутствуют психологически у вас, безусловно. Вот, но какие именно нужно выяснять. То есть нужно, ну, смотреть, нужно исследовать, какие именно проблемы у вас имеются и с
собственно, что вы, ну, вообще хотите, и хотите ли вы, что там корректировать в себе, вот. То есть, ну, то есть, хотите ли вы там, допустим, заниматься той же вот, ну, той же психотерапией, к примеру, хотите ли вы, ну, исследовать, допустим, себя, да, хотите ли вы там, допустим, лучше разбираться в, ну, в себе, вот, в том, что касается непосредственно вас, допустим, вот, хочется ли вам с этим заниматься. Потому что если, допустим, нет, если, допустим, вам этого не хочется, то, ну, в таком случае, не очень понятна цель вашего обращения, да? Вот. А сразу скажу, что, наверное, избавляться ни от чего вам не нужно. Именно избавляться ни от чего не нужно, потому что это все-таки, ну, такая часть вашей личности, и избавляться от нее все-таки не надо. Но научиться более-менее правильно, и конструктивно для себя выражать свои чувства, правильно выражать свои эмоции, правильно выражать свои переживания. Вот это вот, в принципе, вы сделать вполне себе можете. Это вы сделать можете, если вам этого будет хотеться, конечно. Вот. Вот это то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить, опираясь на, собственно, вот, то, что вы, ну, то, что вы написали. То есть выглядит все так, что вы просто незнакомы со своими чувствами, выглядит все так, что вы не знакомы со своими переживаниями, выглядит все так, что вы просто вот, ну, боитесь своих чувств. Это корректируется, это выправляется. Нужно понять, для чего вам нужна такая модель поведения. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи.